У волка забрали права в ГАИ. Он идет к лисе и говорит: лиса, бля, помоги, ты хитро что-нибудь придумай. Лиса думала, бля, не, говорит, ну с ГАИ, бля, хули. Ничего нельзя делать. Он как медведю, говорит, медведь, может, там грубой силы. Да ты что, у меня у самого машины, я их сам нахуй боюсь. Ко льву пошел. Лев говорит: слушай, не мешай, я занят, блядь, решай сам свои проблемы. Ну, идет печальный, навстречу ему ишак. Говорит: что такое печальный? Ну, как, бля, права отобрали. Он говорит: ну, давай, может, я помогу? Он говорит: помоги. Ишак уходит, блядь, ну, приносит через 5 минут права. Он говорит: ёпта, блядь, как, блядь? Он говорит: да я захожу там в ГАИ, там все свои, блядь.